Севастополе прошли совместные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и ракетного комплекса «Утес». Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота 15 октября. Стрельбы состоялись в ходе планового двустороннего учения. Цель – отработать действия корабля при отражении зенитными средствами ракетного удара условного противника. В ходе тренировки боевые расчеты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель. Ее роль выполнила ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчетам комплекса «Утес». Воздушную цель успешно поразили на дистанции более 10 километров пуском ракеты зенитного ракетного комплекса «Штиль». Во время учений морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Охраняли район более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.